Так, судя по этой карте и еще по трем амбицилам на одинаковых танках во взводе, надо ждать следующий бой сразу. А вдруг они сейчас пойдут градировать вместе втроем и обосрутся? А вот если бы пашки отображались наши логи тоже взводные, все этим обмазываниями с посипками. А они не отображаются ему разве? Нет. А я его лайкнул. Теперь отображаются. Ома. Там Е4 сюда смотрит. Блин. Паш, говори, хоть готовы, там не готовы. Да. Иса 4. Того можно? Там его Хейлик распилил. Просто так страшно. А что он делает? Вообще идет. Так, я на... Блин, неудачно стоит переехать немножко. Леонардо. Е4 могу прокинуть. Я четвертого оглушил. Ага. Он снялся. Ой, у нас по трассеру тут один артовод уже отсосировал. Что там? Ой, подожди, у меня же еще одна осталась. Что-то я откидался. Хорош там гореть. Отставить. Я да. У меня... Я настолько приноровившийся жать на пробел на этой... в этой игре, что горю за один тик примерно. В среднем. Серега Геродж. Хрус, сейчас, возможно, случится вообще проблема. У тебя в карме большая-большая. Вижу. Вот она. Ага, и она мне сломала боеукладку. Вообще не идет. Можно другой бой? Ctrl-Z? Да. Ну, где-то я это уже видел, только с того респауна, так, у ИСа 4-го. Который тоже до конца... Сзади, Хрус. А, ты смотришь, окей. Паша, у тебя какая задержка стрима стоит? Задержка? Две полоски. Две полоски, все. А то тут люди просят, не могут синхронизироваться. У меня самое малое. Господи, спасибо. Не знаю, что происходит, ребят. Очень хотеть помощь. По 4 бью. Нравится, вот это очень, очень кстати. Он что-то заподозрил. Блин, придется весь барабан на него отдать, чтобы он сдох. Это ты 439 ему дал разом? Нет, там с кем-то еще. Слиплось. Жалко барабан-то. Глушение-то мы не фармили. Италия вернулась. Наругался на двух этих балбесов на СТБ, они отлично пока тянут время на зеленке. Не лезут в город, в эту кучу. Тут можно сквозь руины вообще так стрелять. Да, там вкусное место у тебя. Ну вот, да, ГВС-то меня вкусно трогает. Вот, да, вот это я не успел. Хрустика, ты можешь на внешку вылезти и прожету посветить? Или тебя арта закидает? ГВЕ вот тут где-то. Ну там они все в дефолтном месте. Есть прожеты, есть, Паш. Я когда... Домашний в НЛД стреляет. Отлично. Ну это вообще чит против хлебушков. Поднимаешь жопом об рельеф, и они в НЛД стреляют. Без урания. Без урания это хорошо. Ураний калорийный. Кушать его не надо. Вова, живите, пожалуйста. Вы очень нужны будете.
Так, ну, надо передвигаться куда-нибудь поближе к врагу. У вас там хэвик остался, все остальное вкусненское расползлось. О, господи. Он КД, что ли? Да непонятно как-то. Ну я бы тебе не советовал туда. Да я понимаю, но добить-то надо таражеского танка. Не, а я... Да, из ТРВ КД. Кстати, я танканул злой снаряд, подкалиберный, голдовый. Там что-то много пробития. Хруст, тут говорят, давно ты быка не взрывал. Как это, на прошлом бою на Эльхалуфе 430-му, не на 1300. А, точно. Ребят, все нормально, быка взрывались. Спасибо, кстати, за замечание. Угу. Павел. Я чё? Да, слушаю. Суммариум. У меня суммариума 3700. Мы пока не отбили 85% все еще. Все, впереди, Паш. Работаем над этим. Это плохо. А вот что делать, мне понятно. Ну, плюс-минус понятно. Я знаю, где СТ-шка, знаю, где СТРВ. СТРВ также в своей позе стоит там же. Я просто поведу вперед и высвечивать арту. 300 хп, 3 арты высвечивать? Да. Я Rain Metal Panzerwagen, ты не знал? Где в арту убивать, Вовка? Да. Тихо. 20 секунд. 20 я думал, пока секунд. Тебе идею подам, и ты как раз доедешь. Вот-вот. Отказ, 20 секунд. Отказ! В смысле? Да... 20 секунд. Вот я пес. Что я сделал? Ладно, на СТ-шках сосредоточимся. А ты оттуда, наверное, не можешь, да, по захвату стрелять? Как это? Еще как могу, я специально встал. Ну, по... Отлично. Я могу вот только вот по этому углу не могу туда за угол, а по всему остальному вообще на изи. Очень надеюсь, что там в СТРВ просто еще 500 и в СТБхе 800. А в 62-ке? 62-ка, она ваншотная, в ней 100 хп. А, так там бедолаги остались. Типа да. Бродяги, бедолаги. Вова, грустинку чего? Поймал. Чего? Я тут наблюдаю. Тут у меня ситуация нахер. Помогите, спасите, хулиганы зрения лишают. Покажи, что такое удар. Да я показываю, у меня 10 секунд. Помогите! Да помогите кто-нибудь! Люди, я сюда пёс! Гамадрилы! Ты понаехали тут, лимита! Так, всё. Ну, это было 18+. Тот артовод, который мне помог, он мне жизнь спас. Я хз, кто это был? Теперь все красава пишут в игровом чате. Я испугался. Лайкают тебе. Нажимаем так точно, хотя чат отключен. Паша просто. Давай СТРВ ищи. Вот ты она. Найдено. Скрыто. Так, сейчас по запаху будем ловить. Нет, я. Ну, пришли. Ну да, инфу, ну чё ты стесняешься там? Гриляка жмёшь, что батик там. Пойдем узнаем. Из чего я не буду стрелять? Ага, ничего себе. Дезинформейшн. Блин, у меня башка не поворачивается. Крути, вращай, крути, вращай.
Что говорит этот камерунец? Пес! Уху! Что говорит? Всех убил. О май гад, что за бой? Самый дурной бой ever. Оглушения зато нет. А как тебя там СТБ-то не убил, я не понял. Он приехал, давай на меня ругаться. Я ему сразу херачу в бачок. У него оглушение, контузия. Он испугался. Чего дали маэстро за такой бой? Это самый тупой в мире бой, конечно. Активные боевые, все дела. Так вообще, ну активные боевые, видимо. Это рекорд опыта на артиллерии. What the fuck? То есть, типа, ты стрелял по своему засвету, и типа, поэтому молодец. За что здесь рекорд опыта давать? Но тем не менее, лучший бой, видимо, за все наши попытки. Странно. Я не верю в это.